На этих ребят возлагает надежды наша область. В этом году таковых 104 человека. Это школьники, студенты и аспиранты владимирских образовательных учреждений. Ряды активной и талантливой молодежи с каждым годом становятся шире. В 93-м году, когда премию вручали впервые, стипендии были удостоены всего 9 человек. Вы наш главный инновационный ресурс. Вы будущее области, вы будущее России. И наши проекты, новые производства, культурные форумы, все это на самом деле укрепляет эту связь поколений и создает новые возможности для вас. Дарья – аспирантка в научно-исследовательском институте защиты животных. Ее отметили за проводимые исследования в области естественных наук. В свои 24 года Дарья уже многое сделала для экологии родного Мурома. Именно ей местные жители могут сказать спасибо за чистую родниковую воду. Я занималась защитой родников в своем родном городе Муроме. После этого начались проверки воды, периодическая очистка территории родника. Для меня это большая победа. И за такие победы областная администрация сегодня не только говорит спасибо. За свои достижения ребята получили единовременную стипендию в размере 10 тысяч рублей. На что потратить кругленькую сумму, для большинства ребят вопрос уже решенный. Ну, я уже их потратил заранее. Я купил компьютер, ноутбук. А мне он сейчас очень нужен будет для учебы. Ну, как бы я занял. Сейчас вот верну. Это очень большой стимул. Это большая мотивация и для студентов, и для преподавателей. И такие церемонии очень стимулируют. Мы вот поехали, мы все рассказали, что вот наш студент будет награждаться в такой приятной торжественной обстановке. Кстати, помимо денежного вознаграждения, каждый сегодня получил и такую брошюру. Это специальный сборник с именами всех стипендиантов 2014 года, который войдет в состав уже летописи «Надежда земли Владимирской».